В развитии сельского хозяйства в Кыргызстане важно повышать конкурентоспособность производителей и экспортеров. Этого можно достичь с помощью поддержки финансовых учреждений институтов развития экономики. С началом деятельности Российско-Кыргызского фонда развития у кыргызстанских предпринимателей появилась возможность получить льготные кредиты на длительный срок. В частности, поддержку от РКФР получила ОСО «Кыргызцентрпродукт». Подробности в следующем репортаже. ОСО «Кыргызцентрпродукт», торговая марка «Кыргызпродукт», с 2010 года экспортирует сельхозпродукцию во многие страны мира. Фасоль, картофель, лук, морковь, капуста, грецкие орехи, сухофрукты – далеко не полный список обрабатываемых продуктов. В первый раз руководство компании обратилось за поддержкой к Российско-Кыргызскому фонду развития в 2016 году. На полученный кредит создано овощехранилище на 3000 тонн с линией помойки, сортировки и фасовки овощей. Когда успешный бизнес стал приносить ощутимый доход, директор компании решил расширить производство и выйти на новый уровень развития. Так как сотрудничество с РКФР было успешным, плодотворным и взаимовыгодным, Манас Белошаров снова обратился за помощью к Российско-Кыргызскому фонду развития. РКФР дает самые низкие проценты среди всех других финансово-кредитных учреждений. И льготный период составляет 2 года, и сроком до 7 лет дают. То есть ни один банк под такие условия не дает. Плюс это сельское хозяйство, это очень высокорискованный бизнес. И вот РКФР, я так понял, они созданы именно для того, чтобы развивать агропромышленный комплекс нашей страны. Вот. Это второй раз, когда мы обратились к РКФР. Первый раз мы построили вот логистический центр 3 года назад. И вот во второй раз мы взяли кредит на строительство и покупку оборудования для цеха по сушке овощей. Полностью предполагается, что будет 100% экспорт в Россию и в Казахстан для консервных заводов. Хочу отметить, что РКФР также нам помогает с предоставлением технической помощи, выделением грантов на разработку бизнес-планов, на технических специалистов. И вот когда была пандемия, они нам, всем клиентам, пошли навстречу и сделали пролонгацию кредита на полгода, за что как бы мы благодарны. Оборудование для изготовления ингредиентов уже собрано и готово к работе. Осталось завершить монтажные работы. Весь процесс, начиная от выращивания овощей и заканчивая их обработкой и сушкой, компания выполняет сама. Причем руководство очень пристально следит, чтобы продукция была высокого качества, экологически чистая и обладала превосходными вкусовыми качествами. Перерабатывать здесь, резать. Дальше мы будем их сушить, производить сушку. И так же самое будем отправлять. Ну, уже эта вся продукция будет идти на экспорт в Россию, на консервные заводы. Будем сушить там морковку, капусту, лук, ну, все овощи, свеклу там. Сушеные овощи можно использовать как сырье для изготовления приправ, кетчупов, полуфабрикатов, фастфуда, чипсов, снеков, консервов и многих других продуктов. Во всем мире этот сегмент рынка пользуется большим спросом. Отечественные компании тоже не стоят на месте, и благодаря финансированию Российско-Кыргызского фонда развития они имеют возможность развиваться, расширяться и занимать новые рыночные ниши и смело выходить на внутренний и внешний мировой рынки.